Вяжем подошву для наших тапочек. Подошву я буду вязать из трех ниточек. У меня ниточки кроха. Вот эта детская серия от пряжи из Троицка. Вот такие характеристики пряжи у нее. Посмотрите. И я взяла еще вот такую тоненькую ниточку. Это детский каприз. Тут у нас 25% мериноса и 75% акрила. И еще будет у нас насущная добавка для прочности нашей подошвы. Подошву я буду вязать на 30 воздушных петлях. То есть основанием нашей подошвы будет 30 воздушных петель. Крючок у меня 4,5. Для набора цепочки я возьму крючок 4,5. И в начале первой петли я оставлю хвостик примерно, ну, примерно вот 25 сантиметров, чтобы его можно было вязать. Я связала 30 воздушных петель. Это будет у нас основание нашей подошвы. Теперь крючок 4,5 я убираю в сторонку. Больше я им вязать не буду. Он у меня только для набора цепочки. Дальше будем вязать диаметром 4. И еще нам нужно связать 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три. Это мы связали первый столбик. Теперь в пятую петельку от крючка считаем по цепочке. На крючке петельку не считаем. По цепочке считаем 1, 2, 3, 4, 5. В пятую петельку мы будем вязать столбик с накидом. И далее по ряду в каждую петельку до первой петельки, где у нас хвостик, мы будем вязать столбики с накидом. При этом вот этот хвостик от начала ряда, который у нас остался, мы будем сюда ввязывать. То есть мы делаем накид, заводим крючок в петельку, кладем вот этот хвостик на крючок, придерживаем пальчиками и будем обвязывать его. Тем самым мы спрячем хвостик и уплотним основание нашей подошвы. Я довязала до крайней петельки, до самой первой. Теперь в эту петельку нам нужно связать 7 столбиков с накидом. Это у нас будет поворот на противоположную сторону нашей подошвы. Вот смотрите, я связала первую половину ряда и сделала закругление на противоположную сторону. Вот наш хвостик, который мы ввязали. Почему я ввязала хвостик именно вот в эту половину ряда, а не развернулась, как бы нам удобнее было на развороте вязать ее сюда? Потому что в предыдущем видео мы уже с вами разговаривали на эту тему. Цепочка из воздушных петель, петелька сама, у нас состоит из трех ниточек, да? И когда вот мы по ней вяжем в обратную сторону, у нас получается сверху одна ниточка, а снизу две ниточки у петельки, да? И вот за эту одну ниточку мы вязали вот эту верхнюю часть, да? А две нитки у нас остались на противоположной стороне. Вот. Мы сейчас будем за них вязать. Вот они, две ниточки. Мы сейчас будем вязать столбик-столбик. Вот. Вот они, две нитки. Две ниточки на петельке, да? И за счет того, что мы проложили сюда ниточку сверху, у нас получилось одинаково. Тут две ниточки и тут две ниточки. И уплотнение у нас получилось тоже одинаковое, ровное. И теперь нам нужно эту сторону связать зеркально этой, то есть столбик, столбик, ряд столбиков с накидом. Вяжем вот сюда вот.
до наших воздушных петелек от начала. То есть до петельки, с которой мы начинали. Пятая петелька от крючка у нас была. И вяжем в эту петельку 6 столбиков с накидом. Сделала закругление на пятке. И теперь нам нужно соединить наш ряд. Соединять будем ряд. Вот эти 3 воздушные петли подъема мы пропустим. А соединять будем в первый столбик, который мы вязали, в пятую петлю от крючка. Сюда вот под косичку столбика мы сделаем соединение. Все. Мы связали первый ряд нашей подошвы. Вот такой вот он длинненький получается. Не пугайтесь, что он такой длинный. Тапочки у нас получится 38 размера, потому что маленько мысочек у нас будет загибаться. Теперь нам нужно связать второй ряд. Второй ряд мы будем вязать. Начинать ряд будем со столбиков без накида. Я связала прямо 13 столбиков без накида. Вот начиная с первой петельки, где мы вязали в одно основание петлю подъема и один столбик без накида. Начиная с этого столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Теперь нам нужно нашу подошву плавно расширить, чтобы у нас было плавное расширение. Для этого я свяжу 5 полустолбиков с накидом. Они получаются плотненькие, такие объемненькие и чуть-чуть выше столбика без накида. Вот смотрите, получается плавное расширение. Вот столбики без накида, дальше пошли полустолбики, плавная линия идет, да, на возвышение. А теперь нам до закругления, вот до первого столбика из 7, где мы вязали в одну петельку 7 столбиков. Вот до этого первого столбика мы будем вязать все столбики с накидом. У меня получилось 10 столбиков с накидом до нашего закругления. Теперь на закругление по мысочку нам нужно связать прибавки. В первые 3 петельки мы вяжем двойные прибавочки. То есть мы довязали до центра нашей подошвы. Вот наша наборная цепочка. Наши воздушные петельки. Продолжение оси симметрии у нас идет 4 столбик из 7. Центр, да? В этот центр мы свяжем тройную прибавку. То есть мы свяжем в одну петельку 3 столбика с накидом. Связали серединку нашей подошвы, 3 столбика. Перешли на вторую сторону тем самым, да? И вторая сторона подошвы вяжется зеркально той, которую мы уже связали. То есть вяжем 3 двойных прибавочки, 10 столбиков с накидом, 5 полустолбиков и 13 столбиков без накида. Я закончила вязать зеркально нашу вторую сторону подошвы. Связала последний столбик с накида, без накида, 13. И у нас по закруглению осталось 5 петелек. В эти 5 петелек мы свяжем прибавочки. То есть у нас получится 5 прибавочек. Закончили ряд. И теперь нам нужно ряд соединить. Соединяем ряд под косичку первого столбика без накида. То есть воздушную петлю подъема, которую мы делали в начале ряда, мы ее пропускаем. Мы делаем соединение под косичку первого столбика без накида. Все, соединили. Мы связали 2 ряда подошвы нашего тапочка. Вот она такая вот длинная у нас сосиска получилась. Все красиво, все аккуратно. Не переживайте, что она такая длинная, она будет нормальная. Сейчас нам надо связать третий ряд. Третий ряд мы будем вязать все столбики с накидом по кругу, без прибавлений. Я закончила
третий круговой ряд нашей подошвы. То есть это уже получается у нас и не подошва, а мы как бы плавно переходим на бортики. У меня получилось 82 столбика с накидом. Вот смотрите, теперь мне нужно завершить ряд. Вот. Посмотрите, вот какое большое расстояние у меня получается между последним столбиком и тем, в который я должна сделать соединение. Если я соединю сразу вот сюда, вот, даже если я пропущу петли подъема, вот сюда, если соединю сразу, посмотрите, вот, соединила, да? У меня вот здесь получается вот такая дырочка некрасивая. Потом вот, вот это вот место по пятке ляжет, и вот эта дырочка будет обязательно видно. Для этого мы свяжем еще один столбик. Делаем накид и будем вязать столбик под косичку соединительного столбика предыдущего ряда. Вот, вот по две ниточки вот сюда вот, под соединительную петлю, где мы соединяли ряд предыдущий. Вот под нее мы свяжем еще один столбик. Получается, это у нас 82 столбик. А теперь сделаем соединение. Петли подъема пропустим и сделаем соединение под косичку первого столбика этого ряда. Вот, соединили. Так, зацепилась у меня тут чуть-чуть. Соединили мы. Вот. Вот, сделали соединение. Вот теперь у нас тут, видите, плотненько все, дырочки нету. Вот такая у нас подошвочка, пока еще большая, да, кажется, получается. У меня будет примерно 38 размер, может, 38,5. Если вы хотите сделать размер ваших тапочек поменьше, то в начале, в наборе, где я набирала 30 воздушных петель, наберите на 2 петли меньше. То есть плюс-минус 2 петли, значит, плюс-минус размер. Если прибавите 2 петли, значит, на размер будет больше. Если на 2 петли уменьшите, значит, у вас будет размер меньше. Значит, будет у вас 37, 37,5. Ну и так далее. И по ширине она практически не меняется. Если вы вяжете взрослые тапочки на взрослого, а на ширину это не влияет. Вот. Просто когда вы будете расширять подошву во втором ряду, от пяточки к мысочку, ну, примерно ориентируйтесь. Вы делите подошву пополам, чуть меньше длины этой подошвы всей вы вяжете столбики без накида, потом вы делаете постепенное возвышение и столбики с накидом, чтобы у вас пропорционально на пальчике расширялась подошва. Вот. И еще такой момент. Вот я поставила маркер на центральный столбик этого ряда. То есть смотрим. Вот у нас второй ряд нашей подошвы, где мы вязали тройную прибавочку по центру. Вот она, да? Мы вот сюда, вот как раз напротив этого столбика, мы вот этот столбик пометим, что это центр нашего мысочка. Вот. Он нам поможет сделать симметричные убавочки по мысочку в следующем ряду. Вот. И еще, вот я соединила столбик, да, но здесь мне уже вот эти вот нитки, носочная добавка и детский каприз, вот эта тонкая нитка, они мне уже тут не нужны. Вот, я их отрежу, вот эти две нитки, примерно, ну вот сколько я сейчас, ну примерно 10 сантиметров отрежу, так, чтобы заправить ее, да, отрезала. Я их убираю. А вместо этой нитки я добавлю вторую нитку, такого же цвета, вот темно-сиреневый или какой он, или темная фуксия. Вот смотрите, я начала вязать четвертый ряд нашей тапочки. Но перед тем, как мне его начать вязать, я сделала разметки на нашей подошве, да? Будем размечать относительно центра. Ну, то есть, чтобы у нас все было симметрично. Вот у нас висит красный маркер на центральном столбике нашем. Мы ориентировались на центральную тройную прибавочку. Вот. Вот у нас висит этот
маркировщик, да? Нам нужно найти центр нашей подошвы. Ну, поскольку я уже рассказывала, что когда мы вяжем по кругу столбики с накидом, либо столбики без накида, у нас всегда наша петелька от столбика, она немножко отстает, да, по кругу. И как бы центр все равно смещается. И теперь, чтобы нам взять центр нашего ряда, мы вот этот столбик центральный, он у нас будет первый. И рядом будет второй, следующий. Вот эти два столбика теперь будут центральные у нас. Я их пометила желтой булавочкой. То есть я их прямо делала два столбика на булавочку и заметила. Это у нас будет центр. Далее, относительно этого центра мы отсчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь столбиков. И девятый, десятый объединяем под одну булавочку. Вот. Мы заметили два столбика. И еще от этой меточки мы еще считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцатый, тринадцатый надели на булавочку. И еще раз. От этой уже меточки мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мы одели на булавочку. Вот. И также на другую сторону, зеркально этой, также считаем в эту сторону от центра. Сколько здесь у нас петелек помечено, столько здесь. То есть симметрично у нас. Вот на этих местах мы будем делать убавки. Я сделала убавление на мысочке. Смотрите, вот первое убавление, где у нас булавочка желтенькая. Вот первое убавление. Раз. Потом вяжем два столбика прямо. Еще одно убавление. Еще вяжем два столбика прямо. Еще одно убавление. То есть до середины мысочка по центру у нас будет два столбика прямо. Вот отмечено булавочкой. До середины у нас 3 убавки. И от середины тоже 3 убавки. И далее мы вяжем зеркально также. Вяжем столбики с накидом до наших булавочек. Где булавочки мы делаем убавки. Еще у нас осталось 2 убавки. Вот убавочка и вот убавочка. Провязываем пяточку ровненько. И соединяем ряд. Следующий ряд мы будем вязать бледно-розовым цветом. Я закончила 4-й ряд, темно-сиреневый наш, да, сменила цвет на светло-розовый, на бледно-розовый, да. И теперь давайте обобщим. У нас, когда мы закончили 3-й ряд подошвы, было 82 столбика с накидом. В этом ряду мы сделали 10 убавок. Вот 4 убавки на самой подошве, вот здесь, да? И 6 убавок по мысочку. Соответственно, 82 минус 10 получается 72. В этом ряду у нас должно получиться 72 столбика с накидом. Вот. Ниточки я все заправила, хвостики, которые у меня образовались, как я вам говорила. За задние стеночки петельки. И теперь можно вязать следующий ряд. Следующий ряд вяжется также столбиками с накидом. Здесь мы убавлять уже не будем. Будем убавлять только на мысочке. Вяжем прямо столбики с накидом, не довязывая 2 столбика до первой убавки в предыдущем ряду. И еще вот эти вот булавочки, которые мы надели, мы их снимать не будем до конца вязания. Они у нас будут меточками. Когда мы будем вязать второй тапок, уже мы будем видеть наши убавки, маячки наши. Все, давайте провяжем столбики с накидом
не довязывая, 2 столбика до первой убавочки на мысочке. Я сменила цвет нити на светлый. Смотрите, при этом я вот другую, вот эту нитку, которую мы вязали, темную, я ее не обрезаю. Она у меня так и остается. Чтобы не делать лишних хвостов, мы просто ее маленько перекрутим. Потому что следующий ряд мы будем вязать снова этой ниточкой. У нас тапочки будут полосатые. А вот этот хвостик, который у нас остался от начала ряда светлый, мы его будем ввязывать после того, как свяжем наш круговой светлый ряд. Начинаем вязать ряд. Вот, у меня петля соединения. На крючке рабочая петля. Я вот держусь за светлую ниточку, а нитку от прошлого ряда, вот эту темную, я перекину сверху, вот так вот. Сверху перекину ее и оставлю сзади. А теперь буду только продолжать вязать. Одна воздушная петля подъема, да? Теперь снова я эту ниточку перекину сюда. Вторая петля подъема. И еще я разок ниточку перекину, темненькую, через рабочую нить. И теперь я буду вязать первый столбик этого ряда. Я его буду вязать сюда же, откуда вязала воздушные петли подъема. Вот. Таким образом, я ниточку подняла наверх ряда, чтобы потом ей начать вязать следующий ряд, чтобы у нас не было протяжек. Она там практически незаметна будет на изнаночке. Вот. И теперь со следующей петельки мы будем вязать ровно, петелька в петельку, столбики с накидом до нашей убавочки на мысочке. Я довязала до нашего мысочка, до нашей желтой булавочки. Вот у меня перед прибавкой предыдущего ряда осталось 2 столбика свободных. Я в эти 2 столбика свяжу убавочку одну. То есть я провяжу 2 столбика с накидом в один в этом ряду. Далее у меня идет одиночный столбик. Затем у меня будет снова убавочка. Вот эти 2 столбика прямо, которые связаны, мы их убавляем. Вот. Снова убавочка. Вот. И так будем вязать. Где у нас убавка предыдущего ряда темная, да? Мы в макушечку вяжем одиночный столбик. А между этими убавками делаем убавку в этом ряду. И всего у нас должно получиться 1, 2, 3, 4. У нас должно получиться 7 убавок. 3 убавки по краям, 1 убавка по центру. И получается 7 убавок. Давайте провяжем мысочек. Вот смотрите, я сделала убавки на мысочке в светлом ряду. Вот наши булавочки. Мы на них ориентируемся, да? Смотрим. По центру у нас идет убавка, да? И относительно центра еще 3 убавки. 1, 2, 3. И также на этой стороне у нас идет 3 убавки. Вот смотрите, как закругляется мысочек. Смотрите, какой ровненький, красивенький. Вот. И вот она, наша длинная эта штука. Уже убавляется, она скрадывается, длина. У нас получается тапочек. На пяточке тоже начинает закругляться. Провязали последнюю убавочку. И далее мы вяжем прямо, столбик в столбик, до соединения ряда. Я закончила наш пятый ряд. Вот последний столбик. Меняю цвет на другую ниточку. На другой цвет, вернее, ниточку меняю. Вот она, наша нитка.
меняем на другой цвет и заканчиваем наш ряд. Соединяем под косичку первого столбика, петли подъема пропускаем. Все. Вот такое соединение у нас получилось. Вот видите? Вот оно, наше соединение. Вот эти хвостики от начала ряда теперь можно заправить. Вот здесь по пятке можно заправить. Также за задние стеночки, чтобы все было чистенько. И будем продолжать вязать следующий ряд сиреневым цветом, темно-сиреневым. В этом ряду мы сделали 7 убавочек. Значит, в этом ряду у нас должно получиться 65 столбиков. Вот в этом ряду. Вот посмотрите, какая-то пуля у нас получается. Ну, конечно, она получится на большую ножку. Это я вяжу для себя, у меня лапка-то хорошая. Получается на узкую ножку. Если вам такая модель покажется узкой, то можно в начале ряда, вот здесь по подошве, где мы связали первый ряд столбиков с накидом, самый первый ряд, можно второй ряд связать еще столбиков без накида. Чуть-чуть для ширины. А далее все продолжать так же, как вот я показывала. Все. Но, естественно, где вы держите столбики с накидом на закруглениях, надо делать добавление. Там уже сориентируетесь. Если вам нужна пошире модель. Либо вы можете взять нитки еще потолще и крючок побольше. И за счет этого у вас будет шире тапочек наш или тапка наша, как правильно говорить. Вообще тапка — это женского рода. Правильно говорить тапка. Ну ладно, мы не на уроке грамматики. Вот такая получается у нас лодочка. Аккуратненькая, симпатичная. Теперь мы будем вязать следующий ряд. Нитью темного цвета. Вяжем. В этом ряду мы по мысочку 7 убавочек. Вот смотрите, мы довязали до нашей первой убавочки по светлому ряду, да? Вернее, мы один столбик не довязали. И здесь мы делаем убавку. То есть мы вяжем в предыдущий столбик, незаконченный столбик с накидом, и верхушечку убавочки первой, светлой. И делаем убавку в этом ряду. И далее подряд у нас пойдут 7 убавок. Причем 3 убавки двойные, а по центру будет тройная убавочка из 3 столбиков. И относительно центра еще 3 двойных убавочки. И далее прямо до соединения ряда мы вяжем петелька в петельку, столбики с накидом. Вот сюда. Вяжем следующий ряд. Этот ряд мы начнем вязать с полустолбиков. То есть, вот смотрите, я сделала 2 меточки для этого ряда. То есть, я 20 столбиков по пятке, вот здесь вот, провяжу полустолбиками с накидом. Вот. И я вот эту границу отметила. То есть вот отсюда и до сюда. Я провяжу до маркера полустолбики. Дальше я буду вязать столбики без накида. До первой прибавочки на предыдущем ряду. Вяжем 2 воздушные петли подъема. Сюда же вяжем полустолбик с накидом. И еще вяжем полустолбики с накидом до маркера. Вот. В данном случае у меня получается. Сейчас посчитаем, сколько я провязала. На маркер,
столбик, на котором висит маркер, я тоже провязываю полустолбик. Вот. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 полустолбиков с накидом. То есть еще при возвращении к пяточке мне надо будет провязать 14. Вот, начиная вот от синенького маркера. Я буду вязать полустолбики по пятке. Это для того, чтобы у нас пяточка была маленечко повыше. Чтобы наш тапочек не соскальзывал с ножки. А далее мы будем вязать столбики без накида. Прямо по ряду будем вязать столбики без накида до первой прибавочки. До первой прибавочки предыдущего ряда. Вот она, первая прибавочка. Вот до сюда, до нее мы будем вязать столбики без накида. Довязали до первой прибавочки. Вот. Столбик с накидом. И впереди у нас прибавка предыдущего ряда. В эту прибавку, в макушечку, мы будем вязать полустолбик. Один полустолбик с накидом. Связали. В следующую петельку мы свяжем столбик с накидом. И далее мы будем вязать 3 столбика с накидом вместе. Но эти столбики я буду вязать на ножке. Что значит на ножке? Сейчас я вам покажу. Делаю накид, завожу крючок под косичку столбика, вытягиваю ниточку, да? Теперь я делаю опять накид. Захватываю ниточку, вернее, провязываю первую петельку. Снова захватываю ниточку и провязываю накид. Оставляю на крючке, дальше я не вяжу. Следующий столбик. Таким же образом. Захватываю ниточку, вытаскиваю, провязываю первую петельку. Раз. Потом провязываю накид. И оставляю на крючке. Это второй столбик у нас. И третий столбик таким же образом. Захватываю ниточку. Провязываю первую ниточку. Дальше провязываю накид. На крючке у меня 4 петли. Теперь я провязываю 3 петли. И заканчиваю нашу комбинацию. Вот. Вот такая убавка у меня получилась. И далее зеркально от этой убавки я вяжу столбик с накидом. Уже по второй стороне пошли. Столбик с накидом. Петельки надо подтягивать, чтобы не было дырочек. Аккуратненько. Вот я сейчас распущу, опять подтяну и буду вязать. Вот. Здесь маленько неудобно закругляется. Столбик с накидом. Далее полустолбик я вяжу. Где у меня тут петелька? Вот она. Полустолбик. Так, не подцепила как следует. Внимательно смотрим. Так, накид. Под косичку прибавочки. Вяжем полустолбик. Так, все, прибавки закончились. И дальше мы вяжем столбики без накида. Ну вот, я связала нашу тапочку, наш тапочек. Сейчас посчитаем, сколько рядов у нас получилось. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Я связала 7 рядов. Вот посмотрите, как смотрится на манекене наш тапочек. Видите, аккуратно сидит на манекенчике. И вот совсем он даже получился и небольшой.
Вот у меня манекены, смотрите. Вот этот манекен, он на 37 размер. Маленький, да, совсем. Я вот его засунула сюда в тапочек. Но он чуть-чуть вот великоват. Так что как раз вот как я задумывала, так и получилось. На 38, 38 с половиной. И теперь я темные нитки отрежу. Больше я ими вязать не буду. А свяжу еще один ряд светлыми нитками. Провяжем по кругу диаметром 3,5 столбики без накида. Вот такой симпатичный тапочек у меня получился. Смотрите, аккуратненько он сидит на ножке. В данном случае не на ножке, а на манекенчике. Смотрите, красивый мысочек ровненький. Запуск мысочка такой плавный, да, получился. Подошва ровная. Пяточка, вот пяточка немножечко завышенная, заходит вот сюда. Вот за счет того, что мы тут подняли пятку немножко, да, у нас тапочек не будет сваливаться с нашей ножки. Ну, как бы можно было бы и оставить их в таком виде, да? Симпатичный такой простенький следик, да? Ну, а я хочу связать тапочки нарядные. Я еще свяжу рядочек вот такими ниточками. Вот у меня есть фактурная пряжа. Вот такая вот. Называется пряжа кроха. Кроха от Назар. Очень нравится мне эта нитка. Вот на обвязку, на опушечку. Она очень хорошо подходит. Вот такая вот нитка. Вот. Тут у нас что получается? 100% микрополиэстер. Длина в мотке 75 метров. Моточек 50. Ну вот, смотрите, я обвязала край, вернее, последний ряд нашего тапочка фактурной ниточкой. Смотрите, совсем другой вид получился, да? Вообще. Вот какой получился нарядный. Да, уже нарядный. Уже можно и в таком виде оставить, да? Ну, я буду еще маленько украшать. И потом уже в конце покажу, как я украсила. Вот смотрите. Вот что получился вот такой пушистый край, чтобы вот эта вот пушистость ниточки была на лице. Надо этот ряд связать по изнаночной стороне. То есть не так, как мы вот вязали все по кругу, а по изнанке. Вот, я вязала с этой стороны. Здесь не очень, да, вот пушисто. Вот даже видно петельки от ниточки. А на лицо получается вот эта вся фактура. Ну вот, смотрите, как я украсила свой тапочек. У меня опушка по последнему ряду. И я еще связала вот такой объемный цветочек. Смотрите, как красиво. Можно его вот так вот пришить по центру. Вот так вот. Можно пришить чуть-чуть на бочок. Мне нравится, когда чуть-чуть на бочок. Если хотите, оставайтесь со мной, и мы свяжем с вами вот такой цветочек объемный. Цветок я буду вязать крючком диаметром 3,5. Я связала два ряда цветочка. Это тоже нитки кроха, белые и желтые. Первый ряд у меня связан 12 столбиков с накидом в скользящую петлю. Далее у меня идут 12 прибавок во втором ряду. Я меняю желтый цвет на белый, и в каждый столбик я вяжу по 2 столбика с накидом. То есть у меня получилось 24 столбика белых с накидом. И вязала я второй ряд за дальнюю стеночку полупетельки. То есть вот ближняя стеночка у нас остается свободная, а за дальнюю мы вязали вот эти прибавочки. Теперь мы будем вязать третий ряд. Я соединила ряд второй. Третий ряд будем начинать
со столбика с двумя накидами. Но поскольку у нас первый столбик вязать нечего, мы его заменяем определенным количеством воздушных петель. В данном случае я свяжу 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. И еще сюда же, в эту же петлю, мне нужно связать 3 столбика с двумя накидами. Я делаю 2 накида на крючок, завожу крючочек в петельку, вытаскиваю рабочую ниточку, провязываю 2 накида, 1, 2, и оставляю столбик на крючке. У меня 2 столбика на крючке. Еще один столбик я вяжу сюда же, провязываю накиды, оставляю на крючке, и 4-й столбик я провязала. У меня 4 столбика с двумя накидами на крючке. Теперь я все вот эти 4 петельки провяжу вместе. Провязала. И еще сделаю одну петельку закрепительную сюда. Все. Лепесточек один у меня готов. Теперь, чтобы связать следующий лепесточек, мне нужно связать арочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И закрепляемся в следующую петельку по нашему ряду соединительным столбиком. Соединились. Теперь мы вяжем еще одну арочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И в следующую петельку по ряду мы будем снова вязать 4 столбика с двумя накидами, незаконченные. То есть мы провязываем накиды и оставляем столбик на крючке. 3-й столбик и 4-й столбик. Вот. У меня на крючке 5 петелек. 4 петельки от столбиков с двумя накидами. И 1 петелька идет от арочки из 4 воздушных петель. Теперь все эти петли я должна провязать за один раз. Провязала. Все. Готов второй лепесточек. Для того, чтобы перейти к третьему лепестку, мы снова вяжем арочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И закрепляемся под косичку следующего столбика соединительным столбиком. И опять у нас идет арочка из 4 воздушных петель. И так далее. По всему ряду мы вяжем наши лепесточки. У нас должно получиться 12 вот таких лепесточков. Я закончила вязать 12 лепесток. Вот такой цветочек у нас получается. И нам нужно соединить наш ряд. Соединила. Объединила наши 4 столбика в один. Теперь я вяжу арочку из 4 воздушных петель. И у нас как раз по нашему ряду осталась 1 свободная косичка. Под нее мы вяжем соединительный столбик. И еще вяжем 1 арочку из 4 воздушных петель. 3, 4. И соединим наш ряд верхушечку нашего пучка из 4 столбиков. Вот сюда вот. Соединили. Все. Закончили. Ниточку отрезали. Не длинную, так, чуть-чуть. Протащили ниточку. Все. Наш третий ряд готов. Вот получился у нас вот такой цветок, да? Вот эту ниточку мы потом выведем
на изнаночку. Здесь мы ее заправим и продолжим вязать еще один ряд. Еще один ряд у нас будет вязаться за свободные желтые передние стенки столбиков. Будем вязать таким же образом, как и белые лепестки. Только в этом ряду у нас будет не 12 лепестков, а 6 лепестков. Я связала второй ряд лепестков. Вот у меня получился цветочек. И теперь мне нужно связать серединку сюда. Вот такую же, как здесь. Вот такую горошину. Для этого я возьму крючок диаметром 2,5 и буду вязать нитками вот этими. Фуксия, вот эта темная. Скользящую петлю надо связать 6 столбиков без накида. 6. Вот я связала 6 столбиков без накида. И без перехода на следующий ряд, без соединительных петель, я буду вязать сразу второй ряд. То есть вот в первую петлю, вернее, ряда, я свяжу прибавку 2 столбика с накидом в одну петлю. Раз и два. Еще одну прибавку я делаю в следующую петлю. Раз, два. Итого нам нужно сделать 6 прибавок. То есть у нас будет в следующем ряду 12 столбиков. 2 прибавки я уже провязала. Еще надо 4 прибавки провязать. Я провязала 6 прибавок. У меня получилось 12 столбиков в этом ряду. Дальше, также без перехода, без соединительных петель, я буду вязать ровно 12 столбиков по кругу. Без прибавлений. Связала 12 столбиков по кругу. Теперь я петельку вытяну немножко, крючок зато беру, возьму крючок меньшего диаметра, выверну нашу детальку наизнанку и подтяну вот этот хвостик от начала ряда, хорошенько подтяну его. И нам нужно хвостик этот закрепить, чтобы наша горошина не распустилась. Вот, буквально под любую ниточку заводите крючок. Вяжем. Раз, два и три. Три воздушные петельки связали. Все, ниточку вытянули. Вот этот лишний хвостик отрезали. Вот так вот. Все, мы закрепили. У нас тут ничего не распустится. Теперь нам нужно сделать 6 убавок. Я сделала 6 убавок, вытянула нитку примерно 10 сантиметров, отрезаю ее. Все, я закончила. Вот у нас получилась вот такая горошина. Видите? Такая горошина. Теперь вот сюда вот, в серединочку, нам нужно немножко наполнить ее, чтобы она приняла форму горошины, чтобы она была объемная. Для этого вы... Вот мы связали с вами вот такую красоту. Вот такие тапочки у нас получились. У вас они, может, другого цвета. Вы их украсили по-своему. Я пришила вот такие цветочки. Благодарю вас за внимание. Спасибо за ваши лайки. За подписки.